Мань, это ты чё с утра встала? Ну, красоту делаешь. Угу. Завтрак будет. Надеюсь. У меня уже слюни пошли. Сейчас Маша всех накормит, да, Мань? А то. А это в комочек превратилось. Волкодав, вставай, гулять пойдем, дурында. И тебе доброе утро, обжора. Боже, какая красавица. Ну чё, мать? Пойду снег, что ли, почищу. Позовешь, как будет готово. Сам прибежишь. Много вопросов, куда делся Барс. Он ушел, как и пришел. В описании я указал видео, которое ушел Барс. Кстати, мы нашли хозяина до нас. Оказывается, они тоже его приютили, вылечили. И он от них ушел к нам. Видимо, и от нас... также ушел. Походу, так и живет. Свободу любит. Главное, я для него сделал все, что в моих силах. Сегодня у соседа день рождения, у деда нашего. Сделаю его любимую рыбку. Терпик у нас сегодня. Давно не готовил. Погнали чистить. Чистенько, красивенько. Здесь у нас что? Здесь у нас жабры. Вот так. Не морозь меня. Кладем таким образом в пакет брюшками вверх. Соевый соус, так добренько. Масло оливковое. Имбирь молотый немножечко. Апельсинчика немножко добавляем. Ну какой сочный, а? Красота. Закрываем пакет. Хорошенько. Вот так. Болтаем все это дело. Пусть постоит немножко. Минут 20-30. Главное, коптильную зарядил. Пусть пока греется. А то уже задубело. Давно уже ничего не коптил. Электрик у нас тут работает. Паш, ты что там чинишь? Так, что у нас тут? Ядрить, мадрить. Мать, опять придется бросать худеть. Текусь, мне кажется, или ты еще больше стала? Дальше у нас идет яблоко. Туда немножко добавлю розмарин. Интересно, что будет? Ну что, погнали. Щепки на месте. Дальше поддон для жира. Рыбку тоже отправили. Ждем с нетерпением. Призрачно все в этом мире бушующе, есть только мир. О, лепота. Ну что, дед, накрывай на стол. Давайте. О, дед, нифига у тебя тут поляна. Как рыбка тебе, дед? Очень вкусно. Ты еще не пробовал, что ты врешь? О, это что, окрошка? Да. А можно мне тоже? Дай. Красота! Ну что, батя, может? Серега, ждем ваше мнение. Сейчас, как там? Шикардос. С днем рождения тебя, дедушка! Ура! Ура! Спасибо. Здоровья тебе, счастья! Спасибо. Чтоб стопка была и стояла на столе, да? Вот именно. Есть только миг между прошлым и будущим.